Тем временем происшествия на дорогах Якутска с участием детей не прекращаются. Накануне произошло аж два ДТП, причем в одном случае пострадал ребенок, переходивший дорогу прямо в центре города. Виталий Абрамов подробнее. Накануне около часу дня на перекрестке улиц Лермонтова и Курашова на светофоре сбили ребенка. К счастью, обошлось только травмами. Сам момент наезда сняла камера видеонаблюдения. Из видео следует, что водитель Кроуна выехал на красный сигнал светофора, а школьник, к сожалению, не убедился в безопасности и сразу выскочил на зебру. Заметил мигающий только когда проезжал стоп-линию, и тут же, когда был на середине перекрестка, выскочил ребенок. Попытался тормозить, но не помогло. Также вчера во время лобового столкновения также на улице Лермонтова пострадал еще один ребенок. Трехлетний малыш, хоть и был в детском автокресле, вылетел с ним же и ударился, так как родители не удосужились хорошенько закрепить люльку. Оба водителя участника автоаварии были трезвые. Состояние опьянения не установлено. По фактам дорожно-транспортных происшествий ведутся административные расследования, по окончанию которых виновники будут привлечены к административной ответственности. Таким образом, с начала года на дорогах столицы произошло 5 аварий с участием несовершеннолетних. Уважаемые автолюбители, будьте предельно осторожны при перевозке детей. Используйте всегда удерживающие устройства и следите за их крепежом. Также вблизи пешеходных переходов, да и не только. Внимательно следите за всей дорожной ситуацией. Виталий Абрамов, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.